В железнодорожном районе Ульяновска завершаются гидравлические работы. По информации специалистов городской теплосети, горячая вода в дома горожан поступит уже 11 июня. Испытания начались со 2 июня. За это время коммунальщики выявили 14 дефектов на сетях Южной котельной, крупнейшей в городе. 13 уже устранены. Последний поврежденный участок обнаружили на улице Варейкиса. Данный участок производится земляные работы, производятся, соответственно, все согласования, производятся земляные работы, вскрытие данной теплосети, потом именно нахождение самого дефектного участка, ну и замена этого дефектного участка на новые трубопроводы. Соответственно, потом уже в обратном порядке покраска этих трубопроводов, изоляция, перекрытие канала, ну и земляные работы, соответственно, и благоустройство. Уже 10 июня работы на Варейкиса завершат, чтобы начать заполнение системы очищенной водой. В этом году испытания завершили раньше указанного двухнедельного срока. Фактически жители южной части города не получали горячее водоснабжение в течение 9 дней. Если жители раньше вспомнят, то это было 3 недели и больше. Поэтому на сегодняшний день мы уже взяли на себя повышенные обязательства для того, чтобы как можно меньше жители у нас страдали без отсутствия горячего водоснабжения. На данный момент в железнодорожном районе горячую воду получают жители 4-го микрорайона и Университетской набережной, в Ленинском – центре и ряда кварталов северной части города. В Засвияжье, ближнее Засвияжье, микрорайоны УЗТС, Свияк-8, Рябикова-1, поселок Связь. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.